Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас новенький дракончик недели, это у нас дракончик летний, как же его вывести, это Угрип плюс Саламандра. Да, ну я пока что продолжаю выводить дракончика Деко, вот в общем-то уже осталось совсем немного, вода плюс гора у меня такая комбинашка, так... А у нас тем временем подоспела Бастет, ребятки. Давайте мы ее сейчас сразу отпачкуем, так сказать, и разместим. Ух ты, прикольный такой няшный кошара. И она у нас не божественная, она у нас просто эпик. Пустотень, энергия и земля. Ну, отлично. Нам даже какую-то награду дали. Давайте пробежимся. Что у нас тут? Заядлый фермер. Можно суперприз. Это дракон-мамочка. Ну, это нереально. Соберите как можно больше еды. Ну, как бы своих 3 кристаллика мы получим. Также у нас идет 24-дневный, да, по-моему, марафончик такой. Заходите каждый день, получайте призы. А в конце нам дадут главный первый приз. Дракон-садовый, да? Дальше идет акция... Вывести как можно больше драконов, вот только что за это мы получили свиточек и это, за паштет, короче. Да, вот это оно было. Ну и все. И все идет акция. Короче, кто не успел, можете открыть сундуки, да, у кого завалялись. Ну, я сундуки уже все открыл, и ничего у меня не завалялось, так сказать, ребятки. Так, давайте идем к Бастет. Бастет, скриншотик один. Давайте погладим, прикольно, пока такая маленькая. И такие большие-большие уши, как у какого-то там финика. Феника. Лисички. Давайте. Кормить ее, кормить. Повзрослела, стала изящной. Такие статуэточки стоят, да, у всяких там египетских пирамидах и тому подобных фараонов. Так, она у нас эпик, ее можно... качать минимум сразу на 15 уровень, а можно и на 20, ладно. Пусть будет. Пусть приносит денежки. 3800 она будет приносить нам на нашем уровне, и такие вот у нее статы. Ну, пока, в принципе, для нас ничего особенного она не представляет, но довольно красивый кошак. Кошкатун у нас такой. Так, что у нас здесь творится? Где-то у нас еще там затерялось... подсолнух затерялся. Ну, с этим мы разберемся, наверное, как-нибудь в следующей серии. Давайте будем собирать еду. Нам нужно выполнять наше задание. И оставим на 1 час. Надо на ночь поставить на 6 часов. За 19 миллиончиков. Так... Так, кстати, у нас, по-моему, началось клановое событие, которое я еще не заметил. Да, мы штурмуем. Так, и давайте приступим немедленно к выполнению задания. Собрать золото. Отлично, готово. Да, давно мы, кстати, в темницу. Золото. Так, я хорошо, что я не успел собрать все золото. Сейчас мы это дело быстренько наверстаем. Давайте батрить. Выполнено. Готово. Это нам не интересно. А это мы можем легко выполнить. А, че я сделал? Не-не-не, мы не хотим кормить тебя. Мы хотим тебя просто погладить, наш кибернетический друг. Так. Заодно вспомним, как выглядят наши дракончики. Так, Йети, дракончик Йети. Так, вот, давайте. Император у нас здесь находится. Хороший дракончик. Добавить ему еще одну какую-то божественную либо легендарную стихию, и будет вообще казан. И будет супер дракончик. Так, рентген. Куда-то еще давайте клацнем. Так, сюда не хочу. Кто у нас здесь есть? Вот пироженка, например, у нас здесь есть. Иди сюда. Зефирчик, точнее. Какое-то еще условие мы выполнили. И вот наше клановое задание выполнили. Проверяем наши условия.
Вот одно, вот второе. Отправить друзьям подарки. Ну, это же, ребятки, это всегда хорошо. Код дружбы сейчас тоже покажем. Задание выполнили. 5B0F59, ребятки, добавляемся в друзья. Не забываем дарить подарки друг другу. Так, а мы это выполнили. Так, ну, в принципе, мы можем тут уже... Одного очка нам не хватает. Так, на арене. Ну, давайте я поставлю это себе задание. Кстати, надо заглянуть на арене. На каком я там уровне нахожусь-то на этой арене? Так, еще есть время. Еще есть время. Нам нужно подниматься. Так, давайте. У нас такие вот противники. Изменить. Давайте мы тебя изменим. И кого поставим? Кого? Так, стоять. А где... мы еще забыли одну штуку с вами. Так, давайте сейчас нападем. Точно. Этих мы, ребят, сейчас положим. И кое-что надо проверить. Вот так. Идем... А ну-ка, идем вниз. Вот, ребятки, у нас же пробудилась. А вот, кстати, наша розочка. Ну, оставим ее, если что, на следующую серию. Вот, у нас пробудилась стихия у Анубиса. Шикарно. И значит, что нам нужно будет? Нужно будет его отправить в академию. Ну, это мы сделаем после того, как посражаемся. Естественно, нам интересно посражаться. Так, давайте возьмем вот этих ребят будем одолевать. И вот это он, да? Напасть. Так, ну, у нас получается нет массовой стихии. Ха-ха-ха. Слабенький. Не может одолеть. Ух ты, ничего себе слабенький. Смотрите как. А божественная стихия это неплохо раздала. Так, у нас он какого уровня? 47-го вроде как, да? Но звездочек не хватает. На нем мало звездочек. Всего лишь 2. 47-й на 2 звезды. Ну, такой же чуть послабее осени даже у нас на данный момент. У меня, кстати, здесь, как видите, и то сильное. И то убивает, да? Ну, давайте вот так сделаем. Церемонный до свидания. Давайте, ай, подожжем. Ай, факел справился и так. Он у нас крепыш такой себе. Кстати, вот... еще давайте кое-что покажу. Вот здесь, как видите, есть... Где эта фигня находится, кто бы мне сказал. Вот, есть, короче, ракушка. И здесь каждый день мне насыпают по 30 алмазиков. Ну, это то, как я говорил, что задонатил 3 бакса. 200 алмазов дали сразу. И каждый день буду давать по 30-ки. Так еще не просто дают по 30-ки. Еще из-за этого повышается VIP-статус. То есть мне, опа, я собрал каждый день. Мне дали VIP-статус 5. Я думаю, ладно. И VIP-билетик дали. Я думаю, ладно, включу еще VIP-статус, короче. Раз его подарили, вот я его решил активировать, ребятки. То есть из-за этого у нас сейчас 5 очков для сражения. Пожалуйста, подождите. Ну это как? Мы только что здесь сражались, а теперь подождите. Ну, вот это другой поворот. Так, что такое крепкий, а? Что такое дерзкий? Такой простой, а такой дерзкий дракон был у нас. Так. Сейчас у нас серия из 3 должна была быть, что-то я не заметил такой надписи. Так, этого мы пробиваем, а это какой-то крепыш. Так, ну... 83 место, это отлично. Мы перейдем куда? Бриллиантовая. Первое, мы перейдем в Лигу Драконьей Чешуи 3. И там уже нам будет посложнее. Так, давайте последнее очко потратим. Последний балл. Так, у нас... Эх, сенсея. Нет у нас этого сенсея. Это шикарный дракон. Это Таи, да, у нас? Таи путаю там. Чан-э, Таи.
и прочие все, короче, драконы, которых у меня нет. Эрлайн Шэнь всякие, да, такие китайские имена. Хоуи, можно, короче, перепутать. Так, это мы дело выполнили, отлично. Главное потом еще это все дело посмотреть. И что мы сделаем? Заглянем, давайте, на колдовскую. Опять же, у меня здесь 7 очков на данный момент, потому что активирован випчик. Так что, короче, 3 бакса потраченных были не просто так. Они помогают. Помогают. И еще и бонус, по-моему, по сбору золота есть. Ну, не буду точно говорить, не помню. Ну... Ну, отлично. Так. Кстати, пойдемте-ка мы будем пробовать нашего дракошу. Так, ну, у нас возьмем тень одну. Так, это мы брать не будем. Вот так возьмем. И у нас еще пустоты много, но правда у нас пустота самая слабая стихия. Ладно, давайте будем пробовать. 15 левел довольно непростые должны быть здесь у нас, ребятки. Посмотрим. Механический. Ну хорошо, у нас теперь появилось 4 крепких дракона, но еще нужно все-таки качать. Так, надо сейчас зайти еще в колдовство, а вось мы сможем его качнуть, плюс еще одну звездочку. Получили свой заветный ключик. Ну, а божественные осколки у нас попадаются только вообще простецкие, да? Так, давайте мы идем куда-куда. Идем мы в колдование. Так, и что нам нужно? 20. Давайте нажмем колдовать. Окей. Нужно 20. Так, ладно, давайте сейчас потратим... Вот так. Вот так. А сколько нам нужно? 8. Ну да, как видите, не хватает. Но, в общем-то, думаю, за недельку мы насобираем. И сможем колдануть еще на одну звездочку нашего Анубиса. Нашего нового любимчика. Ну, наравне с факелом. Ну, еще давайте, пока суть-то дело, отправим его в Академию, ребятки. Пусть будет прокачиваться его стихия пустоты. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и до скорых встреч.